Всем привет! Все здравствуйте! Доброго времени суток всем! У нас сегодня в Берлине, сегодня среда, не знаю, когда это, кусочек видео ставлю, и до пятницы, ой, поверну сейчас, видны цветочки, замерзли, это настоящие, прям колом стоят. Минус 9, минус 10 у нас. В общем, у нас сегодня и до пятницы, пятница включительно, эти забастовка. Мало того, что баура, то есть фермеры. Ой, мусор, видите, люди воткнули. Идиотно. Я уже показывала этот магазинчик с шапками. В общем, у нас забастовка. Я сегодня на термин, вместо того, чтобы 50 минут всего добираться в центр города. Это у нас находится, сейчас покажу, вот Винтергартен, это Потсдамерштрассе, недалеко Потсдамерплац. Вот, за место 50 минут. Я добиралась 2 часа 40 минут к врачу. Это что-то с чем-то. О, градусник красный. Рука замерзает, уже телефон держать. Вот теперь иду домой. Иду на бус и потом на трамвай. И в такой мороз надо добираться так долго. И детям мучения на учебу. Всем людям на работу. Ну что делать? Бастовать тоже надо, потому что правительство обнаглело. Честное слово. Обнаглело. Ух, градусник все краснее. О, мой бус поехал. Шляпа. Прошляпила. Ладно, поехала я. Там уже дома подключусь. Замучилась со всеми весами, выписала себе новые. Тут резиночка такая пришла. Теперь без батареи. Вот чтобы батарея включилась, чтобы ноль включился, надо поворачивать вот так вот. Вот видите, полная набирается. Все, 0 грамм показывает. Здесь это переставляется. Всякие там мероизмерения. Миллилитры, молоко миллилитры, граммы. И вот чашка идет к ним такая, 143 грамма. Еще мне надо, о, ноль. Надо разобраться, потому что что-то мигает вон батарея и выключаются они быстро. Каждый раз мне что ли теперь так мотать? Вот так она типа заряжается. Это у вас тут на видео показывает, что ноль как будто трясется, но нет, так нет. Ну, в общем, буду разбираться. Новые весы без батареек теперь. Потому что я устала уже, Алла. С этими весами, какие не куплю, они все быстро выходят из строя. Чашку можно мыть в шпильке, но я ее руками буду мыть. Но это протирать просто мокрой можно, влажной тряпкой. Поглядим, что из этого выйдет. Все белым-бело. Красиво. Красота. Нет, не все. Те кустики не очень. Но...
Еще раз всем здравствуйте, прекрасные люди. Доброго времени суток, дорогие друзья. Мы с Лисюхой всегда в паре. Почти всегда. Служит службу. Но впереди я оставила наши погодные условия. Немножко, да, там рассказывала видео, кусочки со среды. Видео, ну, пока не о чем, да, выставлять что-то умного, сказать нечего. Смолчишь, умнее будешь, умнее покажешься, да. А вот, у нас пасмурно, сегодня дождь и ветер. Вот, сейчас за этим кусочком вставлю, там, дочь покупала эти... Соображаю, как по-русски быстро сказать. Одежду кататься на лыжах. Моя дочь уже уехала. Уехала в четверг. Сегодня суббота, наверное, сегодня и выставлю это видео. Уже катается вовсю на лыжах. Там солнце. Если она мне будет присылать кусочки видео, конечно, буду потом показывать, вставлять. Солнце палящее прям, им жарко там в горах. Я переживала, что холодно будет, но нет, говорит, даже жарко. Вот. Все, слава Богу, чего и вам желаю. Ну все, вставлю кусочки видео. Там, где она одевалась, она сказала, не выставляйте этот кусочек видео, но я его выставлю. Я надеюсь, она занята и не посмотрит мое видео. Ну вот пришли вещички, дочь, которую выписала. Еще только перчаток нету. Еще перчатки придут. А, пришлось выписать с двух сайтов. И вот штаны будут отличаться от куртки. Хотя цвет был серый. На сайте вроде бы как под куртку подходил. Но я думаю, что ничего страшного. Посмотрим, что дочь скажет. Ее пока дома нету. Эти штаны 46 размер, Германия. Кажется здоровые, но там они с утеплителем идут. И так я в руки взяла, нет, нормально. Снизу резинки. Тут какая-то плотнее материал. На этих, как их, подштанники или как их называют, подождите, забыла, не вспомнила. В общем, потом отрегулировать можно. Вот, потому что на этом сайте хотела все на этом выписать подешевше, потому что это одноразово. И потом эти шмотки опять маленькие станут. Уже мы это проходили один раз. Вот такой вот под низ, как идет термо. Это кофточки. Тут я вторую не распаковывала. Вот две штуки выписала, чтобы потеть, менять. Они быстро сохнущие, написано. Вот. Вот такую одну. Тоже написано быстро сохнущая. Тут внутри типа смех. Вот. Тоненькая. На замочке штанишки тоже термо, тоже две пары их с какими-то полосками. Ну и вот куртка здесь подстегнется тоже, здесь это пальчик сюда просовывается, чтобы потом перчатки наверх сюда одевают и не было холодно. Проникновение в горах-то все равно холодно. Хоть как ни крути. Здесь тоже она резиночка. Внутри застегивается дополнительно. Либо вот сюда можно застегнуть, пристегнуть к этой. Либо отдельно стянуть, застегнуть. И уже даже поддувать не будет. Не промокающая.
тоже 44-46 размер. Но со штанами отличается. Эти штаны. Не знаю, что сейчас придет, скажет. Будет возмущаться. Но я и так искала. Не знаю тоже. Придет, потом посмотрим. Здесь носки. Еще там это второй комплект. Еще придут перчатки. Носки короткие, три пары. Специальные. Для лыжек. Ну, ботинки будут лыжные, да, давать. И вот такие длинные. Тут не написано, но, по-моему, их две пары. Я на сайте смотрела. По-моему, две пары такие длинные. Тоже для лыж. Вот. Ну, а чемодан потом попозже, когда будет укладываться. Потом покажу. Тут замочек, кармашек есть еще и сзади на пояснице. Что туда можно положить, даже не знаю. Что-то можно. Телефон. Ну да, если упадешь потом поясницей. Ну-ка, зыркни сюда, космонавт. Что-то со шлемом не так сидит, как надо. Слышишь? Видишь, он наверх прыгает. Потому что у тебя хвост сзади, резинка, хвост не дает ему сесть нормально. Я могу его открыть. Так, открой и попробуй один. Все равно он прыгает наверх. Ушки на макушке. Сейчас будет плавно перетекать ко мне на руки. Что у нас там соседи что-то творят. В общем, дальше я повставляю кусочки. У меня есть с ним. Еще там, где елка была. Елки не было уже 1 числа. Мы ее убрали. Ну, я всегда стараюсь 1 числа уже ее убрать. 1 января. В этом году не убирала не я, на удивление, первый раз за всю жизнь, но под моим чутким руководством. Лиська, птенчик мой, ой, птенчик мой. Ну ладно. Всем вам желаю всего самого-самого прекрасного. Будьте живы, целы, невредимы, здоровы. И Богом хранимы. Счастливы, любимы. Живите в уважении, в разуме. Это тоже очень-очень надо. Вот. Ну, а дальше, я даже не знаю, девчонки, пишите, может быть, задавайте какие-то вопросы. Пока моя дочь не приедет, я никуда... Нет, у меня есть термины, я буду ходить. Может быть, что-то и соображу. Сейчас пока у меня такое... состояние плывущей какашки по течению. Вот. Куда прибьет, не знаю. Дай бог, чтобы прибило во что-то прекрасное. Потому что в непрекрасном вот как-то вот уже все, уже вот, и вот, уже вот так с бугром. Уже всего хватит. Что наши соседи сегодня делают? Вам там слышно? Они скрипят. То там скрипят, то тут скрипят. С утра уже сверлили. Не дали нам поспать. А мы-то совы, да? Мы-то совы. Но вы-то нет. Вы и жаворонки, и совы, все в одном. А вот. Мы ночью вяжем. Я в ночи сарафан уже закончила, кстати. Вот. А утром спим. Ну, если никуда идти не надо. А тем более дочь сейчас нету. Чего мне блукать? Готовить ничего не собираюсь, пока она не приедет.
разгрузочные дни. Зарекалась свинья в грязь не лезть. Разгрузимся там это по полной, да? Все, ладно, больше балакать не буду. Пошло дело, пошло, пошло. Ну, айда уже, айда. А что ты утек? А там Сёма был, уже побежал. Что, Семён тебя там соблазнил? Угу, смотрит, стоит. Как вам пока? Семён-то. Ну, да. Залазь уже, залазь. Не стесняйся. А вот. Вставлю кусочки там, где он меня немножко веселил. Надеюсь, и вас повеселит, как всегда. Мой этот цирк на дротах и без дротов. В общем, сарафан я в ночь довязала. Осталось убрать нитки. И скоро представлю. Убрать нитки, постирать, да, ВТО, чтобы сделать. Ну, еще. Да? Будешь стесняться? Ну, айда уже. Айда. Ну и сиди, стесняйся. Белка со стрелкой. Сзади белка, хвоста, теперь нюхает и трется об телефон. Сзади белка, спереди стрелка. Всегда на все готовое, готовое выпульнуться в любой момент. А сзади хвост белетий. Белка моя. Да? Все, ладно, тяну и никак не притяну. Мне еще пряжа идет, да, зеленый, я никак не могу начать вязать, потому что пряжа никак не выходит еще даже с того места, откуда я ее выписала. Видимо, они набрали много заказов, да, там скидка была до 31 декабря или до 30, но, в общем, я выписала именно 30. Я ждала, может, они мне еще какую-нибудь скидку предоставят, но нет. Ага, Семёныч. Выглядает. Я бы сказала. Сёмыч, он всегда так. Ему не люди нужны, он выглядает как бы пройти на кухню, кухня открытая, и пошарохаться по столам, да? Вот любитель, а я терпеть этого не могу. Этого тоже научил. Но он быстро отучается. А вот этот, вот Лиське и Нудику нужны люди, нужна внимание. Им столы, тумбочки, это все нет. Под одеяло, да, залезет, если разрешишь. Но я тоже этого терпеть не могу, чтобы они в постели лазили. Свои сраненькие попки об постель вытирали. Есть свои гнезда, а там и сидят и трутся. Вот. А этот? Нет. Вот он так и сидит и выглядывает, потому что ему надо на кухню. А я увидала его. Вот вредный засранец. Ох и вредный. Ну, иди уже, а по все потрется. А ты иди от этого. Понял? Не хочешь полизаться здесь, потереться на кухню? Не-не, не пушу. Понял? Эх. Этот запрыгнул, а тот как дернулся, хотел на него прыгнуть сюда. Даже не-не. Вот, в общем, про что я говорила. И пряжа никак не выйдет у меня. Пряжа мне никак не выйдет, девчонки. И мальчишки, кто смотрит. Жду. Вот хочу с пряжей потом показать. Но я его раньше отсниму, да, я проведу ему ВТО. Сегодня уже начну это делать. Сейчас ниточки все поприбираю, уберу. И я отсниму его. Потом, если внуча согласится на себе его показать, да, хотя бы фотографию сделать, то, значит, будет. Нет, так значит, только то, что я сделаю.
Что у меня сегодня губы обнесло все. Угу. Семён! В туалет пошел. Туалет открытый, тоже там у меня стоит. Уже в туалете. Вот ему, вот что за человек, хотел сказать, что за кот? Ему постоянно надо шнырять везде, везде залезть. Везде. Не знаю. И вот он с рождения такой. Он стаскивает, он за моей спиной творит все, что хочет. Ну, я уже миллион раз рассказывала, как он за моей же спиной запрыгнул на стол, а Нудик сидел, гипнотизировал меня в глаза. Ну, представьте, прям вот так же рядом стол, да, там на кухне. Ну, вон же. Я вот на углу вот тут вот сидела, вот тут вот, и смотрела сюда вперед. Нудик сидел вот здесь на полу, вот здесь, и гипнотизировал мне в глаза. А тот за моей спиной вот на вот этот стол, прям за моей спиной, представьте, так запрыгнул, что я даже не почуяла. Хотя я чуткий человек, вот. А там стоял я только, спекла, сделала первый раз, как же этот назывался, он сверху с безе шел, с моим любимым смородиновым вареньем. Забыла, как этот пирог назывался, очень вкусный. И он, представьте, он его схватил. И начал тянуть. И вот когда начал тянуть, я стала поворачиваться. Думаю, что происходит сзади за моей спиной. И в этот момент падает вместе с подносом этот пирог. Сперва он спрыгивает вместе с этим пирогом. В общем, они летят вместе. И приземляются вот там на половике сзади за моей спиной. Семён, на него торт. Ну, я почему знаю, что очень вкусный? Я попробовала. Кусочек. Все-таки попробовала. Остальное пришлось все выкинуть. Стирать, чистить половик. Но у меня не этот был. Этот я не могу почистить. Он чистая шерсть мериносовая. Его почистить невозможно. Вот. Он толстый сильно, да. И, ну, прям шерсть голимая. Он весь собьется в ком. Его никак невозможно. Я так чищу иногда салфетками. Намочить нельзя. Если бы этот был бы половик, то пришлось бы выкинуть его. А он дорогущий, подлюга. Даже вот этот маленький в кухне, он дорогой сильно. Ну, дело не в этом даже. Дело в том, что это вот, вот каким надо быть котом, а? Это вот как... Потом мы с дочерью ловили его еще по всей квартире. И убирали квартиру, где он пробежал, да? Потому что он смородинового варенья... А снизу был этот тесто, да, ну, все пропечено, он готовый же был стоял. Сверху безе, ну, вот он в безе, в варенье с кусочками от песочное тесто было. И это все потащил туда, побежал потом перепуганный. Мы его ловили, убирали полквартиры и чистили потом его. А он нас материл. Материл как мог. И как не мог, наверное, тоже. Все, ладно, ля-ля-то-поля. Наверное, уже даже кусочки не буду с ним вставлять. Потом как-нибудь другое видео. Но, в общем, сейчас посмотрю, когда буду в программе собирать видео. Да, насколько оно минут у меня наложится. Все. Всем вам Бога помощь. Мирного неба над головой. Пока-пока. Семёна не трогать. Понял? Сидеть. Сидеть на месте. Не трогать, не лезть. Семён! Семён! Вечно лезет. Вот кулема.
Не мытьем, так катанием, а? Вот страдание. Если ему надо на руки залезть, оно же залезет. Ай да, ай да, обязательно оборва. Залазь уже. Ай да. Добился своего все равно, да? Добился своего хвостяка. Беличий хвост. Всем привет. Белка и стрелка. Белка со стрелкой. Куда свои нося кусаешь? Куда? Сейчас обожгешься об лампочку. Дурила. Дурила у тебя. Беличий дурила. Привет. Все, усядывайся. Усядывайся. Ну нет, нам же еще место определить надо. Куда мы будем усядываться? Давай уже. Господи. Ты же срока. Садись. Приземляй сраку. Все, не мешает? Ложись. Ложись немножко. Сеанс пройдем. И хватит. И хватит. Белка. Белка со стрелкой. Тут стрелка, а тут белка. Вот страданюка. Вот и страданюка. Погоди, еще и бесчелочный глади. Ну вот куда тебе? Дитя. Сраку колотить. Сраку колотить. Сраку колотить. Ай, как там я бился. А ну не трогать. Ну не трогать, сказала. Ну не трогать, сказала. Ай, 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 в колено впился. Ай, засранец. Ай, отцепись. Белка. Белка и стрелка. Стрелка с белкой. Все потерухал. Все потерухал своими слюнями. Огонь горит. Огонь горит. Я к нему и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток. Что? Давно ты его не видел включенным, да? Интересное дело. Ты же его взломил. Чуешь, как он трещит-то? А? Сломал агрегат. Доломать пришел. Доломать пришел. Доломать пришел, долматинец мой. Доломать пришел. Уходит и старается прийти так, чтобы я не заметила. Ну как же, я ж не замечу, если я тут. Ах ты, баловень. Теперь свысока на него поглядеть, да? С
со всех сторон. Я к нему и так, и эдак, со словами и без слов. А у него, скорее, интерес ко мне небольшой. И делает вид, что я не я. Вот же Котя. Вот же это Котя. Взгляд не отрывает. Не выдержала душа поэта. Ты мне его опять шмякнешь сейчас? Да. Там сзади щелочка есть, и батарейки стоят. Он там, если видно, огоньки бегают, и он тут туда. Там не бегает, под шкафом не бегает, и там не бегают. Да, вон там бегает. Страданье, ты мое страданье, ты мое страданье. Что там? Нудик. А, Нудик. Нос замерз, что ли? А, Нудик.